трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. МВД разъяснило, в каких местах инспекторы ДПС вскоре получат право останавливать водителей для проверки документов. Пока это разрешено только на стационарных постах ДПС. Речь идет о потенциально опасных участках дорог и участках с повышенной аварийностью. Кроме того, полицейское ведомство планирует и дальше сокращать число стационарных постов. Сейчас по всей стране их насчитывается около 80. 6 лет назад было почти 300. Трасса 101. Министерство транспорта и Минэкономразвития России настаивают на том, чтобы вернуть штраф за отсутствие техосмотра. Предлагаемый размер взыскания – 800 рублей. В настоящее время, напомню, обычный автомобилист не обязан отчитываться перед автоинспектором о пройденном ТО. Это распространяется на водителей автобусов, такси и грузовиков, оборудованных для перевозки пассажиров или опасных веществ. Также чиновники хотят наказывать рублем сотрудников станции техобслуживания за непредоставление данных о техосмотре. Трасса 101. Россияне, выбирая, какой автомобиль купить, новый или подержанный, стали чаще делать выбор в пользу первого. Это, считают аналитики агентства «Автостат», вызвано внедрением новых мер поддержки автопрома и сокращением ассортимента авто на вторичном рынке. По подсчетам агентства, за 7 месяцев нынешнего года наши соотечественники приобрели почти 850 тысяч новых легковушек, что на 9% больше показателя аналогичного периода 2016-го. Трасса 101. Volkswagen представил свой самый маленький кроссовер T-Roc. Появится ли он в продаже в России, пока неизвестно, а на Западе это произойдет ближе к концу 2017-го. Начальная стоимость авто составит порядка 20 тысяч евро, около 1 миллиона 400 тысяч рублей. Моторы как бензиновые объемом 1,5 или 2 литра, так и дизельные 1,6 и 2. Привод передний либо полный. Компания Audi решила обозначать все свои модели дополнительными цифрами. Они появятся на задней части кузова. К примеру, число 30 достанется машинам с двигателем мощностью от 110 до 130 лошадиных сил. 45 значит от 230 до 252 лошадей. 70 – минимум 544 лошади. Маркировка будет наноситься рядом с наименованием технологии силового агрегата TFCI, TDI, G-Tron или e-Tron. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.